Если бы Путину в свое время, когда он активно занимался спортом, приходилось бы за все платить так, как нынешним детям, он никогда бы не выполнил норматив мастера спорта СССР по самбо и норматив мастера спорта СССР по дзюдо. В этом признался он сам. Вообще президент высказался против коммерциализации детского спорта. И я не знаю, насколько ему важно, но я с ним согласна. Да, абсолютно все согласны. Потому что денег не напасешься на все. Тут есть по этому поводу подтверждающая статистика, что расходы россиян на дополнительное образование детей школьного возраста выросли на 52% по сравнению с прошлым годом. Это реально просто... Что я такая реально? Хотя можно тоже понять... Я дома уже по этому поводу вибрировала. И тренеров, и педагогов дополнительного образования они получают микроскопические зарплаты. Это правда. Надо что-то с этим делать. Тренеру рознь тоже. Давай, смотря какая структура. Абсолютно с тобой согласен. Я говорю про учителей музыкальной школы. Это вообще просто ни в какие рамки. Понятно, как есть и муниципальные тренеры, но есть, понятно, есть частные тренеры, есть какие-то другие там школы. Тут сложно все к одному знаменателю привести. Согласен. Но то, что должны быть вариации там у детей, которые тем более серьезно там уже на разряды идут, и им должна быть какая-то подпитка или, скажем так, какие-то скидки, то это однозначно. Они и есть, эти скидки. Другое дело, что мы понимаем прекрасно, что есть, ты правильно сказал, муниципальная история, а есть частная история, которая арендует залы, платит за эту аренду далеко не так, как платят муниципальные. Это такой снежный ком. Да, это можно по этому поводу графин поставить и выступать. В любом случае, дети должны быть вовлечены во всякие спортсекции, кружки. Вот если бы наш автор, допустим, не ходил бы в кружок написания пародийных текстов, какие бы мы сейчас тексты имели? Никакие. Да никакие. А так смотрите, прямо сейчас на ваших ушах манжерок превращается... Манжерок превращается в детский кружок. Вечером. В куплете. Мы сегодня в какой секции идем? Расскажу тебе, дружок, на какой пойдешь кружок. Доедаем творожок, выбегаем на снежок. Шикарца три мешка, у дружка болит башка, но-но-но. Будут наши малыши, в каждом деле хороши. Ой, про шахматы забыли! Запиши! Будут наши малыши развиваться от души. Фехтование забыли! Запиши! А вот еще есть хобби-хортинг. Запиши.